В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции с 26 марта все МФЦ на территории Московской области вводят прием и выдачу документов исключительно по предварительной записи. Операторы предложат дату и время для посещения центров «Мои документы». Кроме того, организован бесплатный выездной прием документов для оказания госуслуг жителям Подмосковья старше 65 лет, находящимся на самоизоляции.